Вот она, наконец-то. И почему я все время теряю ключи? Как же до нее достучаться? Если ты еще раз в меня вселишься, ты не имеешь права взваливать на меня свои проблемы. Так, хватит. Я разыскиваю своего убийцу, того, кто час назад чуть не напал на тебя, и если... Погоди-ка. Ты меня видишь? И слышишь? А, черт, я понял. Ты же медиум. Ха. Похоже, я самый большой везунчик на свете. Нашел идеальную помощницу. И чего вы все время к нам цепляетесь? Помогать копам – это не какая-то там привилегия, а самая настоящая ловушка. Я не информатор, не партнер, не друг. Ничего вам не должна. Как, впрочем, и вы мне. Да-да, я все понял. Ты крутая, ладно. Но он круче. Ты видела, на что он способен. Он охотится на тебя или на того, кто тебе дорог. И тот, кто ему нужен, пусть радуется, что вообще еще жив. Я могу его остановить. А ты помочь мне в этом. Просто ответь на несколько вопросов. Мне жаль... С тобой произошло ужасное, и ты меня спас, ладно. Что? Меня убили, когда я проследил за этим уродом до твоего дома. Интересно, зачем ты ему нужна? Думаю, этому уроду была нужна моя мама. А я ведь никто. Невидимка. Мы постарались, чтобы было именно так. Не все жаждут публичности. Нужна твоя мама? Но зачем? Она, как я, но нашла способ зарабатывать на наших способностях. Это могло привлечь к ней внимание. Ну и где твоя мать? Наверное, умерла. Она бы меня никогда так не бросила, нет. Я не знаю, где она. Но тут замешан звонарь, это совершенно точно. Не зря он сегодня сюда приперся. Так, если он ее убил, зачем возвращаться к ней в квартиру? Хм, я не знаю. Слушай, ну не накручивай себя так. Зарабатывать на способностях? Да. О, может, ты ее знаешь. Ясновидящие, ее копы наняли. Составлять портрет. Убийцы. Прости. Я не в курсе. Сегодня я нашла это дома. Говорится про какое-то досье на звонаря. И точно ее почерк. Досье на звонаря. Наверное, в нем все ее записи по этому делу. И, вероятно,
досье в участке. Правда? Ты раньше видела моего убийцу? Можешь хотя бы предположить, кто это? У вас, копов, совсем нет улик, что ли? Если вы спрашиваете людей про убийцу. Понятно, почему вам помощь так нужна. Я опрашиваю не людей, а свидетеля, чью жизнь только что спас. Почему ты там не живешь? Потому что такие, как вы, вечно просят о помощи. Непременно хотят еще раз поговорить с близкими, разгадать очередную безумную загадку. Я люблю маму, но не могу долго жить в одном месте, не хочу, чтобы меня обнаружили. В детстве я тоже редко дома бывал. Знаю, это бесит. Ну ладно, что ты делала в своей квартире? Я там живу, Шерлок. Ну, ладно, жила. Пару дней назад моя мама пропала. Мы редко видимся, но раньше она не исчезала. Ну, вот так. Ты в опасности. За тобой нужен присмотр. Копы умеют искать людей. Я нашел тебя и маму твою найду. Я готов взять твои проблемы на себя. Ни за что. Пойми, я, конечно, очень благодарна тебе за спасение, но твои проблемы твои, а мои мои. Вот они. Ну что, удачи тебе. Счастливого небытия. Эй, погоди-ка. Куда пошла? Погоди секунду, послушай. В этом замешана твоя мать, значит, мы должны работать вместе. Работать вместе? А что ты можешь? Ты труп! Отстань! Оставь меня в покое! Она явно что-то знает. Ее нельзя отпускать. Тут должен быть другой выход. Уже уходишь? Да, извините, но я вернусь, святой отец. Будь осторожна. Может быть. Да что с тобой? Священник позвонил мне в воскресенье, где-то около полудня. Ему нужен был человек, который занялся бы ремонтом старой церкви. В 98-м году, кажется, в нее ударила молния. Там был сильный пожар, и с тех пор в заброшенную церковь никто не заходил. Вот уже более 40 лет. Ну, конечно, я согласился помочь.
Как только я зашел туда, то сразу почувствовал, что там что-то не так. Мне стало не по себе. По коже побежали мурашки. Я постарался не обращать на это внимания и взялся за работу. Для начала я оторвал поврежденные половицы. Под ними скрывалось старое крысиное гнездо. Оно было похоже на все остальные гнезда, которые мне доводилось видеть за 22 года работы в строительстве. Но потом я понял, что крысы соорудили его из человеческих костей и волос. И вдруг на втором этаже заскрипели половицы, и я явственно услышал, как плачет маленькая девочка. Тут я не на шутку испугался. Испугался, что ветхий потолок провалится под ее весом, и тогда не миновать беды. Я крикнул: «Эй, немедленно спускайся вниз!» Наверное, девочка испугалась, потому что сразу замолчала. И тогда я пошел ее искать. Поднявшись на второй этаж, я с удивлением обнаружил, что он пуст. Если бы девочка убежала, были бы слышны ее шаги, но я ничего подобного не слышал. Затем плач повторился. На этот раз из часовни. Я направился туда. Поднимаясь по длинной шаткой лестнице, я заметил что-то похожее на засохшие пятна крови. Когда я вошел в часовню, меня парализовал страх. Передо мной лежали иссохшие человеческие останки. Судя по истлевшим лохмотьям, оставшимся от платья, труп пролежал здесь все 40 лет, с тех самых пор, как случился пожар, и его так никто и не обнаружил, только крысы. И я убежал оттуда. Бежал, не останавливаясь, до самого города. Прошло столько лет, вряд ли осталась хоть малейшая возможность раскрыть это преступление. Думаю, в Салеме так никто и не узнает, кто совершил это жуткое убийство. Говорят, там до сих пор слышен чей-то плач. Не знаю. Я туда больше не возвращался. Озвучивает мои мысли. После этих убийств я чувствую себя беззащитной. Здесь точно безопасно. Вряд ли этот изувер посмеет садиться рядом с тобой. Проклятие. И что теперь? Господи. Ну? Куда она делась, а? А, кошка? Thank you.
Найди в участке мои записи. Не возвращайся, это опасно. Ага. Она пошла в участок, чтобы выкрасть какое-то досье. Ха. Конечно, никто не заметит. Ты знал, что ее мать работала на полицию? Ха. Ладно, можешь не отвечать. Пора возвращаться в участок.